Привет, ребят! Кто следит за нами в Фейсбуке, то тот знает, что мы 4 года тому назад смонтировали вот первый дом, который стоит у нас за спиной. Это первый дом, который мы смонтировали для компании Altitude Group, поставили окна, да. И я хочу с уверенностью сказать, что мы молодцы справились с этой задачей, потому что за 4 года в этом доме не было заменено ни одно окно, ни одна фурнитура, ни одно стекло. Как бы задача, которая стояла перед нами, мы с ней справились. Сейчас ребята от Altitude нам поставили точно такую же задачу, но мы ее немножко модернизировали, скажем так. У нас есть соседнее здание, где мы монтируем окна, где мы изготовили окна. Я объясню, что за окна мы поставили, в чем разница между первой стройкой и второй стройкой, и что мы улучшили, и кучу новых лайфхаков. Это будет все для вас. Так что поехали. Что первое здание, что второе здание, они почти одинаковые. У них конфигурация окон стандартная, окна, которые выходят на фасады, там 1,35 м на 1,48 м, если я не ошибаюсь. Немножко нестандартные у нас балконные блоки, потому что они имеют 2400. Я объясню, какой профиль, какую фурнитуру, какое стекло мы использовали. И что нужно сделать так, чтобы твое детище, твое здание, которое ты смонтировал либо изготовил, не менялось за все время. Как сделать так, чтобы твоя работа тебе нравилась их хоть через 5 лет. Как вы заметили, у нас монтаж окон идет параллельно с ребятами с фасадами, да, ребята, которые обделывают фасад. Почему мы так решили, я тоже объясню в этом видосе. Это тоже маленький лайфхак, который вам сильно-сильно понравится. В первом блоке мы стеклили профильную систему рехау, да? Не окна рехау, не путайте одно с другим, а сам профиль, из которого было изготовлено окна, это был профиль рехау. Окна были евро-70, балконы были евро-60. В этом блоке я немножко переиграл. Мы тут использовали профильную систему века на окнах. На балконе мы использовали ВХШ-70. Есть бюджет, который инвесторами, заказчиками был предоставлен. И они хотели ту же веку 60-ю поставить на балкон, но я не согласился, потому что они должны быть широкие. Монтажная ширина должна быть минимум 70 миллиметров. Почему использовался век, а не рехау? Один из факторов то, что с нового года я перешел на другую профильную систему. И второй, скорее всего, скажу так, более второй инициативный, потому что сама имя века в продаже квартир для ребят, которые строят дом, она звучит немножко по-другому. Когда ты продаешь квартиру, на которых стоят окна века, это намного дороже звучит, чем там какие-то окна Кёмерлинг или там, я не знаю, Вайс или что-то другое. И поэтому нужно было поставить профиль, у которого есть имя, потому что у нас тут стандартные окна. Сейчас начнется куча камней кидаться ко мне в огород. Я объясню, стандартное окно можно сделать из любого вида профиля. Нестандартное окно – это совсем другое. Стандартное окно можно сделать из любого вида профиля, поставить туда нормальное железо, нормальную фурнитуру, нормальное стекло, нормальный монтаж, нормальную сборку, транспортировку, и будет хорошее окно. Как вы можете заметить, да, у нас тут стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 систем фиксации окна. По бокам мы зафиксировались не гелями, турбовинтами, да, вверху ведут у нас, ведут на того, что у нас газобетон, мы использовали систему фиксации для газобетона, и внизу то же самое. Большой плюс этой строительной компании по сравнению с другими, они строят, вот они построили стену из паризованного кирпича, да? Но для фиксации окон в этот паризованный кирпич нужно специальное крепление, и которое то, я как-то скептически к нему отношусь, но оно все равно держит. Ребята взяли, залили шпонки по бокам и внизу, чтобы мы смогли зафиксировать нормальное окно, чтобы ветровая какая-то статическая нагрузка это окно передавало нормально и хорошо.
Внизу окна мы использовали подоконный профиль. И мы не использовали тот дешманский подоконный профиль, который используют все в строительстве. Мы взяли хороший подоконный профиль. Плюс к этому мы еще его и утеплили. Монтаж, естественно, мы сделали на пластиковой клине. Не на какие-то бабушки деревянные или что-то с этим связано. Вот такими системами фиксации мы зафиксировали наверху. И турбовинтами уже зафиксировали по бокам. Везде, где есть бетон. Помните, в начале видео я рассказал, что у нас идет синхронная работа с фасадчиками. Сейчас объясню, почему. Вы заметили, окошко смонтировано, и она не запенена. Она зафиксирована нормально. Она открывается, закрывается отлично, но она... Нету ни грамма пены по периметру. Сейчас я объясню, почему. Ребята сделали фасад с улицы. И сейчас мы будем пенить в два слоя. И получится, что вот сама вот эта монтажная ширина, она будет не 70 миллиметров, она будет 80, будет немножко шире. И каждая дырочка, каждая ямочка будет заполнена пеной. Это первых. Во-вторых, когда ты монтируешь и пенишь, и потом ребята делают фасад, ультрафиолет солнца кушает эта пена, и она теряет свое свойство. В нашем случае ультрафиолетный попадает на пену, и монтажный шов, он нормально заполнен, он утеплен хорошо, и мы не переживаем, что на будущее туда будет продувать либо что-то сифонить. У профильных систем века есть профиль, который идет сразу с экструдированной резинкой. Мы не стали его использовать что у веки, что у ВХШС. Мы вытащили... Я сторонник того, что резинка вот не должна быть запаяна на углах. И что мы сделали? Мы переработали профиль без экструдированной резинки. Резинку мы поставили отдельно. Плюс к этому... С моей точки зрения, один из важнейших элементов окна – это фурнитура. Пробовали мы 2 или 3 раза перейти с Зигени на какую-то другую фурнитуру, ну, это не то. Я повторюсь еще один раз, это самая крутая фурнитура, которая на данный момент, ну, вот последние 4 или 5 лет, мы нашли, мы с ней работаем. Мы перепробовали 2 или 3 разных конкурента Зигени, но не получилось. Несмотря на то, что новострои и многие... В новостроях там ставят какой-то Аксор или Ворна или Гедис, какую-то дешевую фурнитуру. Мы по-любому поставили сюда Зигения Титан. Есть преподаватель, есть ролик. Почему это? Потому что со временем мы будем уверены, окошко не просядет, она прослужит много лет. В соседнем доме мы тоже использовали фурнитуру Зигения Титан. За 4 года по рекламации можно посчитать по пальцам в одной руке. Чтобы сразу разбить хейт или все негативные комментарии, что мы там использовали какие-то дешевые пластины. Пластины, которые мы использовали даже в новостроях, они имеют 1,8 миллиметров, очень хорошее железо. Не ту фольгу, которую используют некоторые другие. Несмотря на то, что это новострой, да, мы свою работу по-любому делаем до конца. Все окна у нас стоят по лазеру. И я, кстати, вам объясню, как я замерял все эти этажи. Вот видите, 2 окна, да не то, что 2 окна, все окна по периметру взять, они все стоят на одном уровне и все установлены по лазеру. Помните, я в начале видео сказал про какие-то изменения, которые мы сделали на этом объекте по сравнению с тем? Одно из них – это стекло. В предыдущем доме мы смонтировали пакеты на 32 мм с энергоэффективным стеклом. На данном объекте он же должен превышать, он должен быть лучше, чем тот, потому что 4 года прошло, естественно, он должен быть лучше. Ввиду того, что заказчики не хотели там доплатить, но мы решили, что лучше от нас поставим.
мы сделали пакет на 32 миллиметра с мультифункциональным стеклом 4S. Он не только энергоэффективный, но он еще солнцезащитный. Он останавливает ультрафиолет солнца, не позволяя ему попадать в квартиру. Что мы получим благодаря этому пакету? Мы получим зимой тепло будет возвращаться обратно, а летом радиация солнца, она будет, он ее там 50% будет останавливать. Летом будет прохладно, скажем так, зимой будет тепло. Почему пакет на 32 миллиметра, а не на 24, несмотря на то, что там он немножко, коэффициент у него лучше? Штапик на 32, смотрите, он круглый, красивый, и должно еще выглядеть эстетично, красиво. Потому что если мы поставили пакет на 24, штапик был бы шире, ну, с моей точки зрения, немножко он некрасивее. Должно быть еще гармонично, красиво все сотреться. Еще одно изменение, которое мы сделали по сравнению с прошлым домом, это отливы. В прошлом доме мы использовали оцинкованные отливы, да, и без крышек. На данном объекте мы используем отливы от компании Alutech, алюминиевые, и крышки по бокам. Зачем нужны крышки по бокам? Когда вода стекает с окон, то она через отлив, через эту часть, и фасад пачкается. Мы в этом случае поставили крышки, чтобы вода не пачкала фасад. Смотрится, конечно, бомбезно, очень красиво и очень круто. Помните, я говорил про подставочный профиль, что мы его утепляем? Смотрите, вот он, этот подставочный профиль, хороший, толстый, который он есть. И даже вот в одну камеру мы ставим поролон. Мы даже его утепляем, несмотря на то, что это большая стройка. Я вам говорил в начале видео, что вот в предыдущем доме не было изменено ни одно окно, ни одна система фурнитуры. Почему? Потому что хорошие окна, это просто объяснить. Но я расскажу то, что получает заказчик, что получает строительная компания, работая с нами. После чего мы смонтируем все окна в этом доме, на каждом стекле будет гарантийный талон. Плюс каждый заказчик, который купит в этом доме квартиру, получит контракт с окнами от нас, от нашей компании. Мы будем нести ответственность, ни в коем случае не та строительная компания, которая это все построила. При открывании створки на раме будет QR-код. Просто возьмешь телефоном, сфотографируешь, и тебе покажут из какого профиля окно, кто собирал, даже и путь, вся информация, какое стекло, какая фурнитура, даже какие монтажники монтировали эти окна. Для нас это будет проще, потому что наша сервисная служба, когда придет либо чинить, либо регулировать, без разницы, какую работу, чтобы она не сделала, сфотографировала, узнала все, что связано с этим окном, кто его сделал, как его сделал, из чего оно, и будет проще его ремонтировать. Несмотря на в соседнем доме, после чего жильцы переехали, сделали ремонт, мы бесплатно все отрегулировали и дали в сервисное обслуживание, как бы дали людям, чтобы они пользовались этими окнами. Совет строительным компаниям, выбирая оконную компанию, с кем вы будете работать, выбирая партнера, скажу так, с кем вы будете работать на будущее, монтируя окна, пускай эти партнеры будут, может, это там, пускай эти партнеры будут молодцами, да, сделают хороший монтаж, соберут хорошее окно, поставят хорошее стекло, хороший подоконник, хорошую фурнитуру и плюс к этому хорошее сервисное обслуживание. Что требовалось с нашей стороны, мы это все соблюдаем. Как мы изготовили и смонтировали окна в соседнем доме, так хорошо мы изготовим и смонтируем в этом доме и будем рады, когда
проезжая тут лет через 5, через 6 и видя, что наши окна стоят на нашем месте, их никто не поменял, мы поймем, что мы и вправду такие хорошие, как о нас говорят. Пару лайфхаков, что мы используем и как мы видим хорошие окна в новостроях, я вам рассказал. Вам видос понравился, ставим палец вверх, подписываемся к нам на канал, будет еще много крутого, классного контента. Вопросы возникают, пишите в комментариях и до скорой встречи. Пока-пока.